Из книги Псалмов, Псалом номер 27. Псалом Давида. Господь, свет мой и спасение мое, кого бояться мне? Господь, опора жизни моей, кого страшиться мне? Когда приблизились ко мне злодеи, чтобы пожрать плоть мою, противники мои и враги мои, они-то споткнулись и упали. Если обложит меня неприятельский стан, не устрашится сердце мое. Если встанет на меня война, и тут уповаю я на Господа. Одного прошу я у Господа, того лишь ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем все дни жизни моей, созерцать милость Господню и посещать храм Его. Ибо Он укроет меня в куще Своей в день бедствия, спрячет меня под покровом шатра Своего, на скалу вознесет меня. А ныне поднимется голова моя над врагами моими, окружившими меня, и принесу в шатре Его жертвы. При восклицаниях радостных буду петь и хвалить Господа. Услышь, Господи, голос мой, когда призываю Тебя, и помилуй меня, и ответь мне. От имени Твоего говорит сердце мое. Ищите лица моего, лица Твоего, Господи, искать буду. Не скрывай лицо Твое от меня, не отвергай в гневе раба Твоего. Помощью моей был Ты, не покидай меня, не оставляй меня, Бог спасения моего. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему и веди меня дорогой прямой из-за врагов моих. Не отдавай меня на волю врагов моих, ибо встали против меня свидетели лживые и дышат насилием. Если бы не верил я, что увижу благо Господне в стране живых, надейся на Господа, мужайся, и да будет сильным сердце твое, и надейся на Господа.